Мы это научно-производственное объединение КРИСТ. Мы разрабатываем информационные системы в сфере государственных и муниципальных финансов. Различные. Обработки транзакций, исполнение бюджета, планирование бюджета, бухгалтерия для бюджетных учреждений. И наш конек – это аналитика, визуализация. И мы считаем, что вообще открытость данных, открытые данные, принципы open of data – это очень важно. И были очень рады поддержать начинание Минфина по вот этому конкурсу по открытым финансовым данным. У Минфина, у Федерального казначейства очень богатый, очень полноценный и качественный набор открытых данных. Их много, они полные, они оперативные по сравнению особенно с другими ведомствами. Они качественные, то есть они представляют достоверную информацию и отражают всю бюджетную сферу. Начиная от плановых показателей, отчетных показателей и оперативной информации как по исполнению бюджета, так и по тем же закупкам. И мы решили вот в рамках конкурса, поскольку нужен был проект, который будет сделан именно уже в начале этого года, в начале 2015 года, мы решили сделать блок по мониторингу государственных и муниципальных закупок и постараться это визуализировать в доступной для общества форме, в какой-то интересной форме. И один из принципов визуализации данных – это геймизация, то есть представление данных в игровой форме. И на самом деле на российском просторе и на российских порталах органов власти и вообще спектр решений по визуализации данных, элементов геймизации как раз сейчас очень мало. И мы постарались такой элемент создать для того, чтобы был такой прецедент и был опыт представления государственных, вроде бы серьезных данных, но в виде какой-то игры. И вот мы сделали эту игру «Сыграй закупку». Она, даже название ее построено на какой-то игре слов, с одной стороны, и создание конкурса, проведение конкурсной процедуры, заключение контракта по результатам конкурсной процедуры в сленге органов госвласти называется «Сыграй закупку». И игру мы свою тоже назвали «Сыграй закупку», но здесь «Сыграй» не подразумевает под собой конкурсная процедура, а подразумевает именно вот конкретную игру. Игру в виде арканоида, но где мы стреляем в конкретные закупки, тем самым набирая какую-то сумму, и наглядно демонстрируется, как у нас деревня, когда мы играем в следующие закупки, покупаем лекарства, строим школы, строим дороги, превращается в город. Вот этот проект, он открыт в приложении. Приложение бесплатное, его может установить любой гражданин России, гражданин мира. И вот этот наш проект участия в конкурсе. Поэтому мы хотели этот конкурс поддержать, поддержать Минфин.